Дмитрий, доброе утро. Доброе. Не расскажешь, что делаешь, чем занят уже так рано? Расскажу, конечно. Имеется у нас такой автомобиль Hyundai AX55, он же Veracruz. Человек приехал на плановое ТО, поменять все жидкости, все масла. Также у него была проблема с кондиционером. Там трубочка у него одна прогнила, будем ее менять. И также он еще захотел помыть радиаторы. Они были, в принципе, подзабиты. Вот, этим я сейчас как раз и занимаюсь. То есть, для того, чтобы снять здесь радиаторы, здесь их куча, блин, как сами видите, здесь основной радиатор. Тут интеркулер такой огромный. Кондиционер. Автомат и, блин, гидроусилитель. И это все... Это все снимается с панели. Я понял. Ладно, оставляем тебя наедине с ним. Михаил, ты слишком часто попадаешься в наших этих видео. Расскажи, да, пожалуйста, что происходит. Нам сегодня утречком привезли блок от даже не знаю чего. Пустой блок, расточенный, не знаю тоже под сколько, клиент не сказал. Привезли с чем? Привезли, чтобы мы им установили масляные форсунки, ибо они не умеют. Ну, чем мы занимаемся? Это двигатель у нас G4ND. Вот. Насверлили отверстие кучу, как видите, да? Вот две форсуночки я уже прикрутил, сажаю их на анаэробный герметик. На всякий случай, они как бы могут и так стоять, завод они так стоят без ничего. Ну, на всякий случай я их на герметик, чтобы нигде ничего не сифонило. Короче, уже сделал, да? Да, сейчас осталось только две форсунки прикрутить, и будет красота. Клиент нашел нас на Авито. На Авито, да, кстати. Вот так вот, можете искать нас там. Спасибо, Михаил. Давай, удачи. Всем доброго времени суток. Прямое включение Сиванской, УЕМЗАП. В работе Kia Sportage 2-го поколения. Задние амортизаторы меняем. Диски с колодками по кругу. Передние амортизаторы. Kia Spectra. Замена стартера. Уже собираем. Старый стартер достали. Работать отказался. Поменяли на новый в оригинале. Hyundai X35. Процесс сборки двигателя. Собираем. Сажаем поршня в блок. И отправляем его дальше колесить. Здесь у нас на столе начало процесса сборки второго двигателя. Тоже AX35 машина еще на улице. Блок уже загирзован. Все как надо. Сейчас, соответственно, будем сращивать шатуны с поршнями. Новые вкладыши, коренные шатуны. И тоже отправлять в дорогу.